красный обогреватель Балу. Стоимость 2 с чем-то была в магазине ДНС. Видим, что типа работает 24 часа, экономия, долговечность, сверхкомпактная. Вот такие вот логотипы. Так, откроем коробку. Так, и так видим, что она запечатана. Имеет типа крепления. Вот можно вешать. Раз. Два. Я думаю, на стену повесить. И имеет... Что-то я не вижу. Куда мне провода, блядь, ебашить? А походу вот сюда. Короче, походу придется его разбирать. И провода свои уже. Так как нету штекера. Это очень большой минус. Ну, как все остановлю, я дальше покажу вам. Итак, прошло около 10 минут. Чувствуется тепло, жар уже идет. Нижняя боковая стенка очень горячая. Тоже горячая. Здесь нет. Так, со стороны провода и задняя крышка. Ну, не так сильно уже. Я так думаю, что надо вешать его на что-то такое, что... Так... А здесь очень хороший такой жар идет. Чувствуется прям как... Не знаю, ну ладно, будем потом проверять еще. А так вроде все работает.